Звуки в операционной системе формируют наш опыт взаимодействия с компьютером. В десятке звуковое оформление потерпело значительных изменений в сравнении с предшественниками, став более минималистичным и гармоничным. Но что если я скажу, что они могли быть вовсе не такими, какими мы знаем их сейчас? Давайте узнаем. Windows 10 Build 10.074, известная как Insider Preview, была выпущена в рамках программы Windows Insider в апреле 2015 года. Одной из интересных особенностей этой сборки стала новая система звуков, которая была создана под стать нового интерфейса. Вот пример. Если вкратце, то вырезанные звуки минималистичные, мягкие и довольно-таки красивые. Они бы отлично подошли к современному интерфейсу десятки. Но почему же они не дожили до релиза, непонятно. То ли это были черновые варианты звуков и они были заменены на доработанные, либо же, судя по их назначению, они относились к различным уведомлениям и от такого разнообразия решили отказаться. Кстати, звуки были удалены спустя несколько сборок, но на них все же успели обратить внимание. А как вы думаете, красивые эти звуки или нет? Напишите в комментариях. А если вам понравилось видео, то можете поставить лайк. Мне будет приятно. Покеда!